Сегодня мы с вами начнем говорить о второй главе монографии Анатолия Эдуардовича Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе», которая посвящена рассмотрению конструктивных особенностей различных видов струнного транспорта. В начале главы рассматривается его принципиальная схема. Струнная транспортная система представляет собой конструкцию, имеющую большую протяженность, достигающую 1000 километров. Характеристики такой системы – надежность, долговечность, предельная скорость движения, стоимость строительства и эксплуатации и так далее – будут зависеть не только от конструкции ее отдельных элементов, но и от их линейной компоновки для различных участков трассы, например, равнинной, горной и морской. Струнная путевая структура размещена на опорах, разделяющихся на три характерных типа – промежуточная или поддерживающая, анкерная и в некоторых случаях тормозная, установленные с шагом от 10 метров до 7 километров на современном уровне развития технологии SkyWay, а теоретически и до 10 километров. Расстояние между опорами зависит от технологии строительства, рельефа местности, используемых материалов, условий эксплуатации, массы и расчетной скорости движения транспортного модуля, усилий натяжения струны и других факторов. Именно такие расстояния SkyWay позволяет проходить одним пролетом. Так могут быть преодолены глубокие ущелья, проливы, расстояние между островом и материком, между вершинами соседних гор и другие препятствия. Параболический прогиб путевой структуры под действием силы тяжести незначителен, что позволяет плавно вписать его в продольный профиль трассы. На морском участке трасса SkyWay может размещаться в подводной трубе тоннели, выполненной с нулевой плавучестью и размещенной на большой глубине с целью обхода мощных морских течений. На такой глубине также исключается воздействие разрушительных штормов. На основных участках высокоскоростного SkyWay путевая структура не имеет прогибов, так как статический прогиб струны спрятан внутри рельса. Нагрузка от веса путевой структуры и транспортного модуля передается на струну посредством прокладки, роль которой может выполнять, например, бетон, как это осуществлено в экотехнопарке, высота которой изменяется от нуля над опорой до максимального значения в середине пролета. Поэтому головка или поверхность рельса, по которой движутся колеса транспортных модулей, в статике имеют ровную поверхность без прогибов и стыков. Один из вариантов исполнения – струнная ферма, использованная в экотехнопарке. Также для оптимизации затрат на строительство городского и пригородного струнного транспорта возможно рассчитать небольшой провис путевой структуры, не ухудшающий комфорт передвижения. Возможно такое выполнение рельса, в котором рабочая поверхность представляет собой волнистую линию. Ее форма является зеркальным отражением относительно прямой линии динамического прогиба путевой структуры в момент прохождения транспортного модуля. В результате пролетное строение опускается, и в каждый момент времени траектории движения модуля является прямая линия. Струнная путевая структура может быть набрана из различного количества рельсов струн, от 1 до 4 и даже более. При этом рельсы в пространстве могут размещаться в горизонтальной или вертикальной плоскости, либо образовывать в поперечном сечении треугольник или четырехугольник. Каждая из этих схем имеет свои достоинства и недостатки. Критиков SkyWay, напуганных отсутствием шпал, может утешить информация, также содержащаяся во второй главе. Стабильность размера колеи трассы на всем ее протяжении обеспечивают поперечные планки, которые и выполняют их функции. Поскольку планки, в отличие от шпал, не передают нагрузку от движущегося подвижного состава на основание, они могут быть установлены значительно реже, через 5 или даже 50 метров. Далее в главе подробно рассматриваются струнные рельсы и опоры, что мы уже комментировали в первом видео данной серии, а также подвижной состав и технологии строительства, на чем мы остановимся в следующем выпуске.